Всем доброе утро! У нас время к 9:30 подходит, и я иду на автобус. Еду на УЗИ. Что мне скажет УЗИст, не знаю. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что все хорошо и все в порядке. Так что вот такие вот у меня новости. У нас сегодня снег идет, погода чудесная, тепло на улице, прям вообще классно. Ладно, идем на автобус. Сходила я, ребята, на УЗИ. Ничего хорошего. Ну, если силами соберусь, то расскажу. Нет, значит, буду в тайне все держать. Ладно. Иду, мне скоро на Абу Таксана забрать со школы. Иду в школу, смотрите, бедный памятник. Вообще головы не видать. Все замело. У нас снег идет. Погода на улице чудесная, но я все чихаю. Видимо, простыла. Ладно, иду ждать Оксану со школы. Пришли мы уже с Оксаной домой. Забрала ее со школы. По пути заходила в разные магазины. Сейчас покажу все покупки, что я сделала. Ну, давайте смотреть. В первую очередь показываю. Это вот хлеб мы взяли дешевый. Я беру его, курям даем. Дальше батон взяла нарезной, дети попросили 2 штуки. Потом Оксана меня попросила вот такой вот сок томатный, она обожает его, на, иди пей. Я себе брала после больницы, хотела попить вот этот вот коктейль, но так и не попила, не, настроения никого нет коктейль пить. Не захотела, короче, так и привезла домой. Дальше зашла, взяла вот такие вот хлебцы, бездрожжевые, натуральный продукт. И также купила деткам вот такие вот карамельные. Им понравились они. Вот взяла им тоже, пусть едят. Потом взяла у нас здесь в магазине трубочки со сгущенкой немножко деткам. У меня у детей шампунь заканчивается. Взяла вот такой вот шампунь-бальзам нежный, бережный уход. И вот шампунь мне рекомендовали. У Маши волосы сильно путаются. Мне сказали, попробуйте вот эту шампунь детский. Вот я взяла для них. И мне моя подписчица рекомендовала для духовок, для плит, для кастрюль вот такое вот средство. Я его купила. От жира и нагара. Попробуем, испытаем, посмотрим, что он поможет или нет. Также по акции взяла вот такой вот корм котенку. 69 рублей он. Попробуем, будет, нет на него аллергия. Надеюсь, что ничего не будет. Также купила молоко. 2 булки хлеба. Завтра нам надо ехать с Машей сдавать анализы. Я зашла в магнит, там были вот такие вот баночки с ложечками. Ну, подмочу, ложечку уберу просто, а для мочи пойдет. 4 штучки взяла. Дальше, ну, это я себе взяла рукодельные пяльцы. Не себе, а деткам. Потому что вот такими они, им удобно вышивать. А у меня у кого-то из девчонок пяльцы нет. Вот взяла. Дальше, что я взяла себе вот такую лопатку. У меня сломалась моя. И я себе вот такую вот взяла. Но она недорогая была, что 99, по-моему, что ли. Потом также купила влажные салфетки, вот такие вот 3 пачечки. А, плюс еще вот такую вот влажные салфетки себе в сумку положить. А, меня Егорушка просил ему маркеры купить. Вот взяла 2 разных на пробу, не знаю. У него черные марки, но он любит рисовать всякое имя. И вот я ему взяла такие 2 черных маркера. Придется школу отдам. Дальше взяла пакетики для завтраков. У нас заканчиваются. Это маленькие пакетики. Удобные где-то бутерброд положить, где-то что-то вот купила. Взяла для, в коридор для резиночек, для заколочек. Вот такой вот контейнер небольшой. В коридор поставлю, потом покажу, как оформлю. И купила себе водостойкую тушь. Мне подписчица рекомендовала купить такую. Будет, говорит, удобно и в дожди, да что, не будет растекаться. Вот взяла, попробуем, испытаем по акции. 200 с чем-то рублей было. Дальше у меня закончилась аджига. Так, я купила вот такая вот грузинскую аджигу маленькую. Она недорогая и надолго мне хватает. И купила 2 сырка «Дружба». Сырный суп завтра хочу сварить. Ну, вот в целом, вот такие вот у меня все покупочки. Сходила я также сегодня на УЗИ. Что по УЗИ, расскажу вам чуть позже, как немножко в себя приду. Ну вот в целом
Вот такие вот у нас покупки. У меня в коридоре вот такая вот полочка. И вот этот вот органайзер я купила, вот сюда хочу установить. Сейчас вот там немножко поприбираю, чтобы поставить. Тут у меня резиночки дети обычно кидают. Видите, помада, резиночки. А так будет в коробочке лежать. Вот эту коробочку сделаю. И вот она сюда не помещается. Блин, ё-моё. Надо было поменьше брать. Ну, ё-моё, я так надеялась, что она мне сюда поместится. Будет удобно. Значит, надо поменьше. Надо измерить вообще, какую сюда. Ну, ладно, там где-то поставлю, но ту полку. Просто я, видите, хочу сюда полочку. Это органайзер какой-то сделать, чтобы не выпадывало ничего. А то нам неудобно немножко. Ну, вот. Ладно, сейчас что-то придумаю. Можно, по идее, мужа попросить, чтобы он мне сюда как-то прикрутил. Ну нет, на полочке было бы, мне кажется, красивее. Скажите ведь. Ну ладно, что-то придумаем. У нас вечер. И я бегу на автобус, чтобы ехать в садик за Ванечкой и за Мариночкой. А муж сейчас пойдет, сходит на почту. Там посылка пришла. По-моему, от любимого нашего Василька. И обзор чуть попозже я вам тоже засниму и покажу. Он сходит на почту вместо меня. Ладно, едем в садик. Все, забрала я ребятишек. Тут Ваня идет. Мы зашли, купили. Покажи, Ваня, что мы купили. Вот, что копай. Там с манго. Да, у Марины что в садике дали? Марина, покажи, что в садике тебе дали. Ваня, отойди от дороги. Конфетку клубничную, да. Ладно, идем домой. Всем добрый день, дорогие друзья. Вы на канале многодетной семьи Тарантиной. Сегодня снимаю обзор. Одна. Постараюсь, Егора попросила, чтобы он завлек ребятишек. У нас сегодня обзор нашего опять любимого Василька. Мне уже пишут, Настя, всем блогерам прислали, а тебе что, нету? Нет, ребят, мне тоже есть, просто до нас долго идет. Ну что, распаковываем. Много тут что интересного пришло. Сейчас с вами посмотрим. Василек, как всегда, упаковывает очень хорошо. И нынче, знаете, ребят, заглядывала на Василек, там столько всего интересного появилось. Я ссылочки, как всегда, оставлю в описании. Там и на соцсети, и на Инстаграм, и на их сайт. Смотрите, как они упаковывают хорошо. Так что ничего у вас даже не повредится. Сейчас мы с вами распакуем. И посмотрим, что же я там такого интересного на заказывала. Ну, я давно пытаюсь на кухне обновить все свои полотенца. Поэтому я заказала полотенца. Размер у них 50 на 90. Фирма мне это нравится. Они Туркменистан. Качество суперское. Стирала вообще прям хорошо. Вот такие вот полотенчики на кухню. Вот такой расцветки. Качество мне оставляет хорошее. Короче, нравится. Не помню, что еще заказывала. Еще одно полотенце 50 на 90 тоже. Только уже другой расцветки. Вот такое. Я сразу упаковки буду выкидывать, открывать, потому что я им буду пользоваться. А что их беречь-то? Вот такие вот два у меня замечательных полотенчика. Так, дальше посмотрим, что же я дальше заказала. Дальше то, что я заказала, это пришли носки. У меня дети выбирали себе красивые разные носочки и выбрали вот такие вот с рыбками. Тут акула, дельфин, еще рыбка. Я более поближе вам сфоткаю и покажу. Носочки классные, суперские, на возраст 36-41 на размер. В принципе, носочки вообще классные. Они такие плотненькие, они занижены резиночкой. И вот такие вот носочки. Носочков никогда много не бывает. Всегда нужны. Носочков у меня дети выбирали много. Поэтому терпите, будем смотреть. Оксана стоит и смеется, что носочков много, дети выбирали. О, тут с едой, ребята. Ну, это вообще вкуснота. Смотрите. Так, это картошка фри. Пицца. Какой-то напиток. Гамбургер и хот-дог.
Вот такие вот вкусные, привкусные носочки. Дальше. Я же говорю, носочков много не бывает. И у нас тут тоже ребята разные. Клубничка такие. Тут какие-то поцелуйчики. Тут ананасики. Дальше потом пицца. И какой-то напиток взрывной. Вот такие вот носочки еще у нас пришли. Блин, да сколько они тут носков-то мы заказывали. А носочков много не бывает. А, эти, да, эти они у меня давно уже просили, но мы никак на них попасть не могли. Это с Микки Маусами носочки. Катюха очень сильно хотела со Светой. Вот я им заказала. Маша вот эти вот розовые она сразу просила оставить, а остальные там уже девчонки разберут по себе. Дальше. Ну, я же говорю, носочков много не бывает. Я в предыдущем заказе заказывала носочки со стразиками. Вот такие вот. Они у меня понравились девчонкам. Они по плотности очень хорошие. Мне самой понравились. Поэтому я решила заказать. Пусть лежат новые. Они есть, пить не просят. Пускай лежат на запасе. Дальше, ребята. Что уже у меня дальше здесь? Так. А я не знаю, что это. Это 52 размер. Это я что-то себе заказывала. Скорее всего, платье. Потому что что-то очень большое. И такое с украшением. Даже смотрите, какое украшение. С бусиками. Да, ребята, это вот такое вот платье. Оно внизу идет, видите, как расклешоночка такая. Качество суперское. Качество мне очень понравилось. Ниточки есть, кое-где торчат, но это, в принципе, ничего страшного. Вот такое вот платьишко у меня пришло. Обязательно померю. Рукавчики тоже очень интересные. Такие тут разрезик есть на рукаве. На две части, как бы так показать, чтобы видно было. Замочка нету нигде. По бокам тоже иногда, знаете, по бокам бывают замочки, но тут нету. Качество мне нравится. Такое плотное, хорошее платьишко. Померяем, посмотрим, что будет оно на мне и как. Еще и видите, даже и украшения покупать не надо. Сразу с украшением идет. Да, Оксана? Угу. Оксана стоит смеется. Вот такое в целом платье пришло. Дальше давайте посмотрим, что у нас дальше здесь пришло. Костюм на 122, да, это, скорее всего, Оксана. Сейчас посмотрим, что у нас тут Оксана просила. А, это не костюм, это платье она на лето просила. Да, только оно, Оксана, тебе будет маленькое. То Марине только. Ну, мы померяем, конечно, вот такое вот платьишко на 122. Кроссовочки. А может, мама на себя оденет? Это мама. Вот такое платьишко. Платьишко вообще, ребята, суперское, такое легенькое. На лето, мне кажется, самое то сверху светленькое, низ темненький, такой красненький, красивый. С пуговичками пришито. Качество суперское. Там, кстати, сейчас на Васильке очень много, большой выбор детских платьишек. Я хочу своим девчонкам где-то потом еще заказать платьишко. Дальше. Здесь что у меня? Здесь. Сейчас посмотрим, что-то здесь много всего. И такое прям разноцветное. Это штаны. Да, ребята, это штаны. У меня у Вани все штаны становятся маленькие. В садик носить, да и потом летом на вот. И я заказывала ему штанишек. Вот такие вот штанишки. С кармашками. Очень хорошенькие. Так, на рост 104. Как раз на Ванюшеньку. Это у меня девчонкам я штаны заказывала тоже. На рост 116. Это Мариночка себе выбирала вот такие вот с котятками. Она сказала, тут котенок, а тут то, что она любит котенка. Вот такие вот штанишки. Они все с кармашками идут, все очень хорошенькие. 116 опять Мариночка выбирала. Зайчики. А там, по-моему, твое не брало размер. Мы посмотрим, потом с тобой еще закажем. Они тоже такого же качества хорошего, с кармашками.
Штанишки классные. Вот когда холодно в садике, штаны одевать самое то, ребята. И еще одни штаны. 116. Вот такие вот. Тоже Марине. Ване получается одна, остальное все Марине. В садику Марина, потому что ну, вообще все штаны маленькие стали. Дальше. Смотрим дальше. Халат. 52 размер. Это я себе заказывала. Себе заказала халат, потому что халатов у меня нету. Где-то вот так вот, не дай бог, в больницу придется лечь или еще куда-нибудь. Халат всегда, по идее, нужен. А у меня вообще его нет. И я себе заказала вот такой вот теплый халат на молнии. Очень теплый, такой нежный, знаете, карманы большие. Обязательно потом померю. Рукав у него 3/4, не длинный. Я не люблю длинные рукава, я вообще как бы халаты не любитель, но вот когда вдруг куда-то в больницу на год или куда-то, халат все равно нужен дома. И вот поэтому я решила себе заказать халатик. И сколько раз я вам говорила, что носков много не бывает. Еще одни носки с Микки Маусами тоже детки просили. Мне тут Феликса на распаковку принесли. И последнее, что я заказывала, Марина, тихо. Я заказывала плед на диван темный специально, потому что дети скачут, прыгают по нему. Светлый плед туда положила, потом, знаете, сильно не запачкивали. Заказала вот такой вот со звездочками темный. Смотрите, какой классный плед. Феликс, тебе нравится? Меня тут Феликса на распаковку принесли. Сейчас проверим. Если Феликса добрый, значит плед подойдет. Феликсу понравился, он умывается, сидит. Детям весело, распаковка получится веселая. Ну, вот такой вот плед. Марина, тихо. Качество у него суперское. Внутри оно такое мохнатенькое. А снаружи такое нежное-нежное. Расцветка очень приятная, со звездочками, с блестками. Но я надеюсь, что эти блестки после стирок не уйдут. Очень надеюсь на это. Сколько заказывала пледа, пледы всегда нравились. В целом, вот такая вот у меня распаковочка была. Кстати, да, по ценам. Обязательно профоткаю цены, я, ребята, вам ставлю. И напишу, подошло ли мне платье, которое я себе заказала. Ну и фотографии обязательно с примеркой тоже вставлю. Я знаю, что будет спрашивать, почем халат. Халат у меня вышел 812 рублей. Покрывало вот это вот вышло 671 рубль, а платье у меня вышло 807 рублей. Вот такая вот, дорогие друзья, у меня была распаковка для детишек. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайки, подписаться на наш канал. Напоминаю еще раз, что на Васильке очень часто появляется много нового. В Инстаграме они выставляют это чаще всего. Поэтому проходите по ссылочке в описании и заказывайте. Всем говорю, пока-пока!